Всем привет! Что-то давно не вскрывали мы футбольные карточки. Сегодня решили вскрыть 5 пакетиков по коллекции Адреналин XL 2020. 5 пакетов. Посмотрим, что нам попадется. Надеюсь, поймаем кого-нибудь из легендарных личностей, звезд мирового футбола. И первая же карта у нас Пике, Барселона. Легендарный барселонец, муж Шакиры и в целом отличнейший, один из лучших защитников в мире. Габриэль Джесус, Манчестер Сити. Пока только по топовым клубам мы бьем. Идем дальше. Марсело Брозович из Интера. Крепкий-крепкий игрок. И это логотип Барселоны. Я вас поздравляю. Клубный бейдж, называется эта коллекция, называется эта подсерия. Шикарная карта. На фоне трибун. Барселона. Пике и логотип Барселоны. Ну и также попалась редкая карта Defensive Rock. Это защитник Манолас, грек. Представитель Наполи. Подсерийная карта, как вы видите, отличается оформлением от простой базовой. Ну и тут товарищи из Латинской Америки, к нам подъехал Кристиан Феррейра. Пожалуй, самая слабая карта. Казалось, последний. Так, 6 отличных карт. Пике, логотип Барселоны. Просто супер. Смотрим дальше. Попадется ли что-нибудь более крутое. Ну а здесь у нас лучший вратарь прошлого года в мире. Голкипер Ливерпуля Алисон. Отличная карта. Сразу у нас первые карты во всех пакетах. Супер игроки. Далее Лапорт из Манчестер Сити. Еще одна подсерийная карточка. Это любимец фанатов Давид Алаба из Баварии. Такая красивая карта в золотом оформлении. Следующая карта и Рубен Невес в форме сборной Португалии. Вот такая вот отличная карта. Победитель Лиги Наций. Подсерия, посвященная соответствующему турниру Лиги Наций, в котором Португалия очень успешно выступила. Красиво смотрится карта. Поверьте, вживую намного лучше, чем на видео. Идем дальше. Душан Тадич из Аякса. И Анхель Корреа. Представитель Атлетика. Отличный пакет, я считаю, второй тоже. Но осталось только Месси с Роналдо вытащить. И можно сказать, что это вскрытие удалось на славу. Идем дальше. Ну, тут Зуле из Баварии. Аканджи. Вот такой вот грозный парень из Боруссии. Далее представитель Палмейраса. Кто сможет прочитать его фамилию правильно, тому респект. Ну, еще одна редкая карта. Это у нас Мац Хумельс из Боруссии. 33 матча, 2 гола. Солидный показатель, учитывая, что это не игрок атакующей линии. Но это я, конечно, иронизирую. Идем дальше. Маскарелл, Шальке и Джоэль Матип из Ливерпуля. Второй уже игрок из Ливерпуля. Я думаю, все мы ждем, конечно же, понятно, кого из этой команды. Но уже и Алисон, и Матип. Люди, за которыми будущее ближайшее самое этого клуба. Идем дальше. Игрок Наполи, Руис. Вот он, Голо Канте, Челси. Человек, который блеснул в сезоне Лестера чемпионском. Ну и посмотрите. В звездном, конечно, сезоне Лестера. И перешел в Челси. Итак, дальше еще одна подсерийная карта. На этот раз это Матео Кавачич из Челси. Ох, красивая карточка. Вся переливается. Это Мемфис Депай, голландец. Представитель Лиона. Шикарно смотрится. Посмотрите, геймченджер. Подсерия.
Карта смотрится просто шикарно. Ну, дальше немножко расслабимся. Это Хектор Эррера из Атлетика. И в завершении у нас попался Лерой Сане. Манчестер Сити. По Манчестер Сити отличный получился у нас брейк. Последний пакетик. Ну что ж, затаим дыхание. Возможно, кто-то из суперзвезд нам попадется здесь. Хуан Мата, звезда, безусловно. Но, наверное, мы ждем чего-то более громкого. Манчестер Юнайтед. И сразу дубль. Манчестер Юнайтед, Поль Погба. Пока не оправдал он, наверное, тех надежд, которые в начале карьеры на него возлагали. Но игрок, безусловно, яркий. Идем дальше. Подсерийная карта. И снова Челси. Челси соревнуется у нас с Сити, наверное, по количеству карт в этом видео. Это Тами Абрахам, подающий надежды товарищ. Ну, посмотрим. Подсерия, да, вундеркинды называется. И какая отличная карта, двойная по Ювентусу. Ух ты, Дешильо и Александро. Карта смотрится просто убойно. Посмотрите, как переливается. Насколько интересное, красивое исполнение. Конечно, хотелось бы увидеть в этом дуэте, сами знаете кого, великого Криштиану Роналду. Но два его партнера попали на эту карту. Тем не менее, карта просто великолепная. Ну и последние две карточки. Здесь у нас Марио Гёце, игрок сборной Германии и Дортмундской Боруссии. Ну и, наконец, последняя карта. Начинал этот брейк у нас игрок Барселоны Пике и завершает голкипер Барселоны Тер Штеген. Мне кажется, отличные карты. Очень мало было проходных игроков, много игроков высочайшего уровня. Топ-клубы: Сити, Ливерпуль, Челси, Барселона, Боруссия. Отлично. Всем удачи, собирайте карточки. Пока.